Ja, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Max Play. Na, endlich sind wir aus dem, was ich meine, kommen? Aus der Falle da, mit dem Boot auf dem Zipfel da. Und jetzt schauen wir mal, wie... Ein Balken. Autsch. Oha. Raus hier. Ja, scheiße, verdammt. Puh, das war knapp. Mensch, muss hier vorsichtig sein. Ist schon bald, aber sein. Hatte dich. Okay. Ah. Ты извини, не догадался тебе про бревна наверху сказать. Местные это все знают. Окей. Окей. Теперь не шуми, шибко. Они этого не любят. А это их мир. Окей. Ишь, разлеглись, падлы. Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в сутку кличем. На вид они, конечно, жут, но мясо просто ум отъешь. Особенно okay. Мутировали. Insbesondere mit Bier, das denke ich mir. Das schaut aus, als wäre ein Vögler. Schnell, ey. Okay. Aber Vollgas, gib Gummi, Mann. Oh, der. Oh, man. Oh man. Okay. Cool. Bang. Nicht übel. Jetzt gibt's Gummi. Oha. Das gibt eine fette Boom. Oha. Ja, ich probiere es. Es gibt eine geile Welle. Surfing USA in Russland. Geile Welle. So. Glück gehabt. So. Jetzt schauen wir mal.
Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Фу, вроде прорвались. Ты там заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки? Злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты че? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спор, Семенович еще всех вас переживет. Я. Как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Пайку не выдадут. Что, прохлопал пальку? Сам виноват. Здорово, Артём. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Лодку прямо лютовали. Развилки только кинутся. Плот чуть плоти не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннелях. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон. Мне разборки не нужны. Боже, не похоже. Я такого красавца... Что это за Мэтчен? Дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Им бордель? Ога, да в Леохин. Леохин, come schon, lass mich raus. Гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Семен, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Босман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Давай. Как они меня достали. Вернулся вчера с Октябрьской. Ну-ка, дай пройти. Кобыли заглянули в их цирк. Шо? Дай пройти. Ну, короче, там зверь такой, типа черный. Эй, Клейна. Das ist das neue Eintrag. Das unterirdische Venedig ist eine seltsame Stadt, drei Stationen, die halb mit Grundwasser überflutet sind. Die Alten sagen, dass es früher noch eine andere Stadt mit dem Namen gegeben hat. Sie sagen auch, dass sie die schönste Stadt der Welt war. Wer weiß, was daraus geworden ist. Okay. Und? Was jetzt? Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Ага. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну, кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Nein. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Я двигаю Мальглея Ледиган. Окей. Так, встали и вышли.
сказали... не понял, канай из-за столика. Ну мы же тут уже ты полчаса. Тут что вообще, а? На кого ты? Рамсы попутал вообще. А, да, сухо еще. Ассистер. Вот, сейчас еще по одной. По одной? Пасхали херкауфен. Не по-пацански. Куда же вы? Всю бутылку. О, ну, может, так хер. Какого встал тут надо? Со. Реальная волына для реальных пацанов. Херкауфен. Ты брауешь их ништ? Окей. Окей, муницион. Тас брауешь. Окей. Не пожалеешь. А здесь тас. Штальку. Пацанчик, лучших не найдешь. Фаркауфен. Бери, недорого. Адес брауешь. А, да сюда я кауфу, бисфор кауфу. Братва реально как для себя крутит. Бери! Kann ich dann immer kaufen? Пацан, отвечай! Осечек не будет, маслята! Отборные! Чисто конкретные маслята, работают без осечек! Был пацанчик! Если чё, я... Боааа, счастье на цветах тебе один дром. Ну хватит, хватит. Что случилось? Со. Вообще-то на пыль уникальный. Доказать свою меткость, скорость. Заработав при этом. Посетите наш тир. Ой же, явно. Да где ему попасть? Подходи. Я не держал, походу. Иди, дай, бля. Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Прошу на позицию. Ну чё, кто со мной забьется, что он все мазанет? Да хоть пол-литра. А я одному дашь салон. Да хоть чё, он косой же, реально. Забились. А? Да сайфа. Молодец. Держи патроны. Пацаны, надо. Может, поднимем ставки? Есть реально все, подходи. Пацанчики, кому гранаты? Все, нохмаль, das macht Spaß. Ну видишь, попал же он. Ну разве дураку везет? Пусть еще попадет. Видал, миндал, еще попал. Косой, еще меня попал. Вон и в стену попадет. Ты какой, обрежь, опять попал. Das ist nicht schwierig. Молодец, держи патроны. Есть часа конкретные волны, свежая поставка. Это не мультишот, флинта. Вот это я встрял. Да где ему попасть? Алло, часики тикают. Мазы тут ему, стену не попадет. Готов первать! Не успеем! Ё-моё! Снайпер, блин! Ааа, verdammt! Hab не мог geschafft. Hab meine Waffe nicht nachgeladen. Да, парень, не повезло. Окей, immerhin hab ich Quink gemacht. So, was ist hier noch? Сам правил. А кому нагиться? Все. Лёвма мальда хинов. О, секс-шоу. Тёлок, ясно? С бугра местного спроси. Брысь! Алло! У нас тут ни коммунизм, ни раз. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да... такое, всем корешам за... Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать.
Значит так, сейчас рассчитываемся с Кислым. И дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Ага. Эй, красавец. Че умнешься? Дело не ждет. Что за... Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ага. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать? Я вот jetzt die Show genießen. Gibt's ja nicht. Hey. Moldo. Ist ein runder Arsch. Krasse, scheiße. Ich habe immer gewusst, die Russen sind gut. Wo ist Bier? Kein Bier. Leute, genießt die Show. So, ist es vorbei? Nein? Ну как тебе танец, красавчик? Вижу, что понравилось. Если хочешь еще, так и говори, не стесняйся. Hasta la pasta. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда тут, рядом. А откуда у них здесь картинка? Лучший мир в метро! Стер? По балде себя постучи! Братва! Ты за товаром? Завтра приходи! Пацаны обещали подвести. Делать нечего, стучать тут! Найн. Окей. Hier oben war ich schon mal? Ich denke schon. Was muss ich denn jetzt machen? Den einen suchen, genau. Okay, hier nicht. Hier hinten war ich auch noch nicht. Okay. Эх, побольше бы таких гостей, как ты, парень. Спасибо. Красноперые подтянулись. Педалик, педалик. Тонка, свежая душа. Андов, куда же девчата? Вон в охрану пацанов. Hey Leute, ich habe echt keine Ahnung, wohin ich muss. Schauen wir mal, probieren mal hier. So, da waren wir schon. Was ist hier? Waren wir schon? Yay! Alles plündern, was geht. Vielleicht hier nach unten. Я так и знал. Только патроны вперед. Новый интрак. Венедик, мне улица, что фолло дибио мердерис. Бла-бла-бла, окей. Wo sind die einen hin? Стреляй метко! Anpassen. Lauf. Okay. Nein, weg hier. Aha. Okay. Okay.
here green. So. Ganz leise. Im Dunkler. Стрял конкретно. Ganz leise im Dunkler. Чего я тут кантуюсь? Ну хоть бы толк какой. Хрен там ночевал. Бугор поставил, значит стой, шестери. Братаны тут! Okay. Ging schon mal ganz okay so. Wow, das lag. Oh, verdammt. Wow, das lag ja brutal, du. Schon. Okay. Na gut.
Dann nachladen. Даже кого я вижу? Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбут давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно. Твоя взяла. Ага. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать! Артем? Ах ты, сука! Вау. Ушел, гад. А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь тебе отсюда надо. Лёг на гер. Я тут один ход на поверхность. Правда, там у болота, но пройти можно. Идем быстрее. Я. Окей. Вайта. Ага. Da gibt's kleine Tricks. Solche Tricks. Надевай. Это тебе мой презент. За бандитов. Окей. Was jetzt? Okay. So, Leute, danke fürs Zuschauen. Если мне повезет, und пусть ордена в заброшенной церкви. Bis zur nächsten Runde. Auf Wiedersehen. Я передам им все, что знаю.